Приветствую, друзья, всех на моем канале. Тема сегодняшнего видео – как связать флюорокарбон и плетеную леску. Сегодня 5 основных узлов. Кому интересно, оставайтесь на канале и смотрите. Итак, поехали. Ну вот первый узел в простонародье называется удавка. Вяжется очень просто. Значит, для этого сначала завязываем узел восьмерку на флюорокарбоне. Завязываем такую восьмерочку и затягиваем до конца, до упора. Затянули. После этого берем плетеный шнур, складываем петельку. Такую петлю. Фиксируем ее с флюорокарбоном чуть выше узла восьмерки и делаем 3-4 оборота. После этого в образовавшуюся вот такую петельку пропускаем свободный конец флюорокарбона и продеваем за узел. После этого начинаем затягивать. Не забываем смачивать узлы при затяжке. И вот так вот затягиваем плавно плетеный шнур. Затягиваем как следует. Как правило, таким узлом пользуются, когда надо связать толстый поводок. Как правило, спиннингисты, поводок из флюорокарбона и более тонкий плетеный шнур. Отрезаем ненужное, оставшиеся концы. Вот получился вот такой вот узелок. Очень прочный узел удавка. Флюорокарбон складываем вот так вот в петлю. Шнур вставляем в петлю и продеваем сантиметров 15-20. После этого фиксируем и флюорокарбон, и шнур пальцем. И обматываем вокруг петли 6-8 раз. Аккуратненько вот делаем. Пять, шесть. Вот 7 оборотов. Пропускаем с той же стороны, откуда вводили плетеный шнур. И начинаем плавно затягивать. Затягиваем с двух сторон и плетенку, и флюр. Как правило, таким узлом примерно одинаковые по прочности и по диаметру флюорокарбон и плетенку и вяжут. Затягиваем все 4 конца. Как следует затягиваем. Вот такой вот узел получился. Отрезаем ненужное.
Вот, пожалуйста. Так, следующий узел называется морковка. Соединяем примерно одного диаметра и разрывной нагрузки флюорокарбон и плетеный шнур. Значит, для этого завязываем вот такой вот узелок, петельку на флюре. Затем шнур пропускаем через петельку. Выпускаем сантиметров 20 для удобства завязывания. И обматываем 8-10 раз вокруг флюра в любом направлении. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После этого в верхнем положении фиксируем плетенку и флюорокарбон. И в обратном направлении начинаем как бы крест-накрест наматывать плетенку. Вот так. Здесь уже делаем на 1-2 оборота меньше. То есть, если 10 мы делали, значит, делаем 8 или 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. После этого в этом же направлении, откуда мы вставляли, значит, плетенку, туда же и выводим оставшийся конец. Вот так вывели конец шнура. После этого обязательно вот эту петлю из флюорокарбона надо затянуть. Но затянуть не совсем, а чтобы через нее можно было проводить нормально затяжку. Обязательно смачиваем узел и начинаем затягивать. Затягивание производим за счет сначала, за счет плетеного шнура. Вот так. Можно подтянуть пальцами узелок. Ну и все, со всех теперь четырех сторон туго затягиваем. Узел. Вот такой вот узел получился. Так, сейчас обрежем ненужное, чтобы было видно, что получилось. Такой узел обычно на коротких поводках применяют. Вот такой узелок. Очень прочный. Ну, плетенку можно слегка прижечь зажигалочкой. Когда будет внешний вид получше. Следующий способ. Складываем вот такую петелечку на флюорокарбоне. Накладываем плетеный шнур. Вот так. И делаем 4-5 оборотов флюора вместе с плетенкой. Сделали. Затягиваем. Затяжку делаем. Сейчас сделаем затяжку только на флюорокарбоне. Ну, вот так, конечно, разравниваем и плетенку. Вот так. Затянули. Теперь делаем то же самое. Вот оставшийся конец
его оставляйте сантиметров 20 плетеного шнура, делаем такую же петлю. И также делаем 5-6, ну 5 обычно, оборотов вокруг флюра. Узел называется универсальный, очень хороший. Так сделали и начинаем плавно затягивать плетеный шнур. Обязательно смачиваем, затянули. И затягиваем. Узлы вот так упираются друг в друга. Соединение очень прочное. Узел готов. Отрезаем ненужные концы. Здесь можно для наглядности. Вот такой вот аккуратненький узелок. Переузел, когда надо привязать толстый флюорокарбон к более тонкому плетеному шнуру. Значит, делаем, оплавляем конец флюорокарбона, чтобы образовалось, ну, образовалась вот такая вот блямбочка. Но это у меня не очень толстый флюорокарбон. После этого складываем петлю из плетенки. Сейчас покажу как. Вот так. Складываем такую петельку и оборачиваем. Это универсальный узел. Оборачиваем флюорокарбон 5-6 раз вместе с плетеным шнуром. Очень простой узел. Вот так. И затягиваем. Плотно затягиваем. Обязательно смачиваем. Затяжку производим пока только в плетенке. Все, после этого подтягиваем флюорокарбон за счет вот этой расплавленного конца. Узел сохранит прочность. Опять хвостик отрезаем. Узел очень простой. Такой компактный. Это еще я использую довольно-таки толстую плетенку. Итак, на этом все. Кому понравились узлы, ставьте лайк. Всем удачи. До встречи.